Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днем». С вами в студии Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. В городе продолжается голосование по проектам благоустройства. Школьники Десногорска подкармливают птиц зимой. 15-летие народного коллектива эстрадной песни «Ренессанс». Сотрудничество «Росатома» с Китаем. Пуск третьего блока Тяньваньской АЭС. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Смоленщина оптимизирует работу многофункциональных центров и единого портала госуслуг. Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии оказывает 13 госуслуг. Из них 5 через МФЦ. Среди них выдача лицензий на использование участков недр, предоставление в пользование водных объектов, проведение государственной экологической экспертизы. В 2017 году при содействии МФЦ рассмотрено более 220 заявлений. Это свыше половины от общего их числа. Региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства предоставляет 15 госуслуг. Из них 4 через МФЦ и 1 через единый портал. Предоставление наиболее значимых госуслуг, таких как заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан и выдача охотничьих билетов единого образца, обеспечено во всех муниципальных образованиях области. В городе активно идет голосование по двум проектам благоустройства территорий «Комфортная городская среда» и «Мой любимый город». Подробности в нашем первом сюжете. В 2018 году на формирование комфортной городской среды в Смоленской области выделено более 240 миллионов рублей. Жителям городов, в том числе и в нашем Десногорске, путем рейтингового голосования предоставлены возможность самостоятельно выбрать территории для благоустройства. Сейчас активно проходит в городе голосование по двум проектам. Очень замечательно, но если это будет все, если это просто не опрос, а так. Ну, если будет, то это будет здорово. На сегодняшний день свои голоса за оба проекта отдали свыше 8 тысяч человек. Десногорцы в основном выбирают те территории, которые наиболее нуждаются в реставрации. Буду пешеходная зона 3-го микрорайона между школами. Отлично, хорошо. А почему именно эту зону? А потому что мне часто приходится там ходить, и бывает такое, что не знаешь, куда, в какую сторону, где лучше обойти. Или через третью, или через четвертую школу. Больше всего надо, где мелких выгуливать. Все желающие могут проголосовать на сайте администрации Десногорска – desnogorsk.admin.defis.smolensk.ru, в интернете на площадках Десногорск, пресс-служба, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте и по адресу desna.defis.press.sobaka.admin.defis.smolensk.ru. Уважаемые десногорцы, принимайте активное участие в голосовании. Давайте сделаем наш город лучше. Губернатор Алексей Островский вручил награды победителям конкурса «Будущее Смоленщины». В 2017 году конкурс проводился по 8 номинациям. Экспертная комиссия рассмотрела свыше 100 заявок. При этом наибольшее количество заявлений на участие поступило в номинациях «За успехи в области спорта», «За успехи в области науки и образования» и «За успехи в области культуры и искусства». Награду из рук губернатора получила десногорская ученица второй школы Анастасия Каретникова «За успехи в области журналистики». В первой школе для детей начальных классов уже не первый год работает программа «Живая Русь». Ее цель – привить детям любовь к родине и воспитывать настоящих патриотов своей страны. В рамках этой программы ребята приняли участие в акции «Живи, Снегирь, живи». Они смастерили кормушки для птиц и повесили их в парке возле администрации. Дети вместе со своими педагогами пришли повесить кормушки и насыпали зернышки. Они понимают, зимой птицам трудно самостоятельно добывать еду, и им необходимо помочь. Я считаю, что это очень важно, потому что зимой птицам довольно сложно получить корм, и это им очень помогает. Собрали вот такую вот акцию покормить птиц зимой, также привить детям любовь и заботу о братьях наших меньших. Учителя провели с детьми классные часы о том, как тяжело зимующим птицам находить себе корм. И большое спасибо родителям, которые приняли участие в этом нашем школьном конкурсе, и детям, и педагогам. Присматривать за тем, чтобы кормушки не пустовали, будут сами школьники. Живи, живи, живи!
Смоленске стартовал второй открытый региональный чемпионат «Юниорскиллз». Смоленские школьники соревнуются в создании роботов. Робототехника является очень прогрессивной наукой, которая в последнее время динамично развивается. В чемпионате участвуют 4 команды. Это школьники старше 10 лет. Имея только набор деталей, ребята должны собрать робота и сделать его функциональным, снабдив программным обеспечением. Чемпионат стартует 2 февраля и будет проходить 3 дня. За это время его площадку посетят более 350 учащихся школ города. Они смогут ближе познакомиться с робототехникой и технологиями, которые, возможно, уже в ближайшем будущем войдут в нашу обыденную жизнь. В минувшую субботу в городском центре досуга свое 15-летие отметил народный коллектив студии эстрадной песни «Ренессанс». Подробности в нашем следующем сюжете. Народный самодеятельный коллектив студии эстрадной песни «Ренессанс» начал свой творческий путь с 1978 года, стал лауреатом премии «Комсомола Смоленщины» в 1985 году и в 1986 году получил звание «Народный». Студия при ансамбле была создана в 1992 году и со временем стала самостоятельным коллективом. Я хочу, чтобы коллектив у нас, так скажем, не уменьшался, чтобы шли, учились петь, научились и вот дарили такой вот праздник людям. Я, например, просто горжусь. Если раньше, когда они выходили, я все время думаю, Господи, лучше бы я сама уже 20 раз вышла на сцену, чем так волноваться за них. А сейчас я просто вот радуюсь. Репертуар коллектива достаточно обширен и разнообразен по содержанию. В основном это песни советской, российской и зарубежной эстрады. Ансамбль «Ренессанс» является постоянным участником многих культурных мероприятий города, радуя своим исполнением слушателей любого возраста и разных музыкальных предпочтений. Мне очень понравился концерт. Неизгладимые эмоции, которые не передать словами, и хочется поздравить весь коллектив, так как 15 лет – это, ну, можно сказать, круглая дата, но у них все еще впереди. Я надеюсь, что я буду посещать эти концерты с таким же удовольствием, как и сегодня. Успех, он сам собою не приходит. Его слагаемый кропотливый труд. И в «Ренессанс» за руку не приводят. В него таланты по наитию идут. В копилке коллектива большое количество побед на различных региональных и областных фестивалях и конкурсах. Мы тоже присоединяемся ко всем пожеланиям и желаем коллективу успехов и творческих побед. Смоленские таможенники предотвратили въезд в Россию из Белоруссии 6 грузовиков с турецкими томатами, польскими грушами и яблоками общим весом более 120 тонн. Причем груши пытались провести под видом медикаментов, томаты как повидло в банках. Чуть ранее таможенники задержали фуры с пивом, на деле оказавшимся молдавскими яблоками. Томаты подлежат утилизации, а судьбу яблок и груш решат работники Россельхознадзора. Им отправили фрукты для экспертизы. Всего же только за прошедший год таможенникам пришлось уничтожить более 4500 тонн подсанкционных продуктов. И в завершении выпуска новости «Росатома». Российско-китайское сотрудничество в области атомной энергетики будет продолжено. Об этом на совещании по подведению предварительных итогов строительства Тяньваньской АЭС заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отметил, что все обязательства, которые госкорпорация взяла на себя при реализации этого крупнейшего российско-китайского проекта, были выполнены точно в срок. Китай. Провинция Цзянсу. Строительная площадка Тяньваньской АЭС. Именно здесь за день до наступления Нового года произошло событие, которое ждали ровно 60 месяцев. Третий энергоблок атомной станции, возведенный по российскому проекту и при непосредственном участии специалистов «Росатома», выдал в сеть первые киловатты электроэнергии. Предварительные итоги этого крупнейшего российско-китайского проекта подвел генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. В рамках специально организованного телемоста он поблагодарил группу специалистов, находящихся в Китае, за проделанную работу и рассказал им о планах и перспективах дальнейшего сотрудничества с китайской стороной.
Задача этого года – это четвертый блок. Также мы перешли к переговорам по второй площадке, то есть 7-8 блок Тяньваньской АЭС. При этом еще по двум темам идут переговоры. Это поставка российского оборудования для строительства демонстрационного реактора на быстрых нейтронах Китая. И это поставка ритегов, ну, наших известных компетенций, которые заинтересованы Китайской Народной Республикой. На сегодняшний день «Росатом» располагает самым большим в мире портфелем зарубежных заказов на сумму свыше 130 миллиардов долларов. Параллельно ведется работа по проектированию, сооружению и отладке 33 энергоблоков. К 2030 году планируется существенное расширение масштабов международного бизнеса, и основа для этого уже есть. Во-первых, «Росатом» предлагает самые надежные атомные технологии. Энергоблок с реактором ВВР-1200 поколения 3+, отвечает всем требованиям безопасности МАГАТЭ. Во-вторых, российские атомщики не только строят атомные станции, они предлагают весь комплекс услуг, касающийся их эксплуатации, сервисного обслуживания и вывода из работы по истечении отведенного срока. Ну и в-третьих, «Росатом» гарантирует выполнение взятых обязательств точно в срок. Строительство и пуск третьего энергоблока Тяньваньской АЭС – яркое тому доказательство. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna.defis.tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.